Ульяновские парламентарии утвердили основные параметры бюджета Ульяновской области на 2021 год. Общий объем доходов составил 64,5 миллиарда рублей, расходы – 71 миллиард рублей. Главный финансовый документ сохранил социальную направленность. 63% всех расходов будут направлены на соцсферу и помощь муниципалитетам. Так, в бюджете заложены средства на модернизацию Центра специализированных видов медицинской помощи. Деньги пойдут на покупку нового оборудования. Ремонт в следующем году ждет и детскую областную больницу. Ремонт нескольких детских отделений в стационаре, что позволит значительно улучшить комфортное пребывание детей. Также запланировано приобретение нового оборудования, физиотерапевтическое отделение, что позволит использовать новые методики согласно последним современным стандартам и клиническим рекомендациям. 35 миллионов рублей планируется выделить взрослой областной больнице. На эту сумму учреждение отремонтирует гастроэнтерологическое отделение терапевтического корпуса. Отделение не ремонтировали с 1986 года. Продолжит приводить в порядок и детские поликлиники. Это полная модернизация 5-й поликлиники на площади Горького, ремонт стационара номер 1 и неврологического корпуса. Ремонт зданий стационара номер 1 на Льва Толстого, 28. Там два корпуса зданий, которые тоже нуждаются в проведении капитального ремонта. И на приобретение подразделения в новом строящемся микрорайоне, в районе улиц Александра Невского и Промышленной. Важнейшими статьями финансирования должны стать лекарственное обеспечение населения, в том числе закупка медикаментов для больных COVID-19, развитие сельских территорий, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, решение проблем обманутых дольщиков. Внимательно изучить региональные государственные программы депутатам предстоит в течение ближайшего месяца в ходе подготовки закона о бюджете ко второму чтению. Анна Тищенко, новости Ул-Правда ТВ.